Предприниматели Самарской области, которые брали кредиты у регионального гарантийного фонда, имеют возможность воспользоваться отсрочкой от выплаты основного долга на полгода. Сделать это можно, не выходя из дома. Все заявления рассматриваются в дистанционном режиме. Эту меру поддержки уже оформили почти половина клиентов кредитной организации. В связи с парализацией деятельности нашей компании, мною было принято решение обратиться с заявлением в гарантийный фонд о предоставлении кредитных каникул. Наше заявление было очень оперативно рассмотрено работниками гарантийного фонда. И уже через несколько дней мы подписали дополнительное соглашение к договору о предоставлении отсрочки платежа сроком на 6 месяцев. Предприниматели, наиболее пострадавшие от пандемии, могут сохранить зарплату своим сотрудникам. Банк, оказывающий помощь среднему и малому бизнесу, начал выдавать кредиты для этой цели под 0%. Оформить займ можно также дистанционно. Банк продолжает свою работу на удаленном режиме. Все сервисы банка доступны, работают. Мы готовы принимать заявки на кредитование онлайн посредством нашей системы АИСНГС, сайт smbfin.ru, и готовы оперативно отрабатывать все поступившие заявки. Помимо этого, гарантийным фондом Самарской области совместно с региональным министерством экономического развития разработан новый продукт по микрозайму. Его ставка 1% годовых, сумма от 200 тысяч до 5 миллионов рублей выдается на срок до 3 лет. При этом погашать кредит можно только через полгода. Главное условие – потратить деньги можно только на определенную цель. Эти денежные средства должны быть направлены на производство продукции или покупку оборудования для производства такой продукции противоэпидемической, производство средств защиты, производство продукции, направленной на дезинфекцию, лечение, профилактику этих заболеваний. Кроме того, по условиям, названным выше, можно получить деньги не только на производство противоэпидемической продукции, но и на закупку этих товаров. Также региональное правительство отмечает, что по мере необходимости будут вводить и другие меры поддержки. Подробную информацию можно найти на сайте «Мой бизнес 63». Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.